Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и продолжая двигаться к своей цели, а точнее одной из своих целей, а именно заснять обзоры абсолютно на все машины, которые есть в игре, сегодня делаем абсолютно честный обзор на Хайфен. Это один из 5 танков Хроник Валькирии, и я бы сказал, самый странный по своему внешнему виду. Вообще все машины Хроники Валькирии действительно очень красивые. Если вы не знаете, то вам расскажу, а тем, кто знает, напомню, что всего есть 5 танков Хроник Валькирии. Это Хайфен, Эдельвейс, есть Немелис, есть Вулкан и завершает это все Лупус. Суммарно 3 тяжелых танка и 2 средних танка, которые все расположились на 1/7 уровне. Что касается Хайфена, его внешний вид, конечно, поражает, ну а что касается его игровых возможностей, это заценим непосредственно в бою, куда отправимся буквально через минутку-две. Что касается ТТХ по машине, обратите внимание на крайне короткое орудие и вполне себе добротный диаметр ствола. Как правило, ребят, все мы знаем, что если ствол короткий и диаметр ствола большой, то есть калибр у нас не маленький, то, как правило, это не сильно точное орудие, но очень уронное. Что касается более точных орудий, то, как мы знаем, если пушечка у нас длинная, тоненькая, то это такой себе, как правило, дырокол, который наносит немного урона, но является крайне точным в отношении стрельбы по соперникам, особенно на дальних расстояниях. Что же у нас с Хайфеном? А Хайфен удивляет своими ТТХ по орудию, потому что здесь ТТХ обычного среднего танка. Я думал изначально, когда видел картинки с Хайфеном, до того, как его прочувствовал самостоятельно в игре, что здесь должна быть фугасница с какими-нибудь хэш-фугасами, но нет. Здесь обычные бронебойные на 145 мм пробития, голдовые здесь подкалиберные на 195 мм и осколочно-фугасные с типичными 45 мм по пробитию брони. Что касается времени перезарядки, добротно, приятно, менее 5 секунд, вполне себе даже играбельно. Хороший ДПМ 2430 единиц и приятный угол склонения орудия вниз минус 7. Что касается брони, сейчас обсудим отдельно. Обратите внимание на время сведения и разброс. Они тоже являются вполне себе приятными, по крайней мере в отношении заявленных цифр. И именно вот это очень сильно удивляет, потому что внешне данное орудие, как я уже говорил, по определению должно было быть косым, фугасным, ну и скорее всего желательно было бы, конечно, на него поставить голдовые снаряды, какие-нибудь хэш-фугасы, тогда было бы гораздо интереснее. Ну, как сделали, так сделали. Осуждать не будем, радуемся тому, что такая машина есть в принципе в игре. Что касается брони. Как видите, несмотря на то, что это средний танк, он действительно очень круто забронирован, как для среднего танка. Никакого тебе страдальческого нижнего бронелиста. Вполне себе нормальная приведенная броня для 7 уровня для среднего танка. И здесь у нас вполне себе нормально забронированная башня. То есть нет такого, что у нас все светло-оранжевое или вообще там какое-нибудь зеленое, зеленое, переходящее в желтое. По бортам тоже особо не забалуешь. Да, вот сюда вот можно пытаться там как-то просунуть фугас, но я не знаю, какое пробитие должно быть у фугаса. Здесь 50 мм по броне, поэтому, скорее всего, какие-нибудь хэш-фугасы либо от каких-нибудь машин выше по уровню. Верхняя часть корпуса неплохо забронирована. То же самое касается бортов по башням, что, кстати, тоже очень-таки даже приятно. Ну а с учетом формы башни, то порой бывают рикошеты, даже если в бортину башни забрасывают. По корме тоже не сказал бы, что это прям кладец, здесь нет чего-то прям совсем светлого, хотя есть вот это место, где тоже 40 мм прямой проекции, и там есть приведенка плюс-минус где-то до 50 мм. Короче говоря, по броне машина меня очень сильно удивила. Я не думал, что он будет настолько забронирован. По крайней мере, когда смотришь просто на его внешний вид. Что касается сравнения, я не буду сравнивать Хайфена с другими машинами на уровне, кроме Эдельвейса. По одной простой причине, потому что и тот, и другой являются уникальными машинами. И их покупают не за технические характеристики, не за возможность нагибать в рандоме, а просто для того, чтобы выделиться из толпы. Для этого, в принципе, все машины Хроник Валькирии предназначены. Так если вы посмотрите на Хайфена и Эдельвейса в сравнении, то вы увидите, что пробитие лучше у Эдельвейса. Там и больше урона за выстрел, да, пускай дольше время перезарядки, но, по крайней мере, ты понимаешь, за что ты расплачиваешься. Калибры практически одинаковые, ДПМ, я бы тоже сказал, что, в принципе, рядом находящийся. Здесь более интересные УВНы, но на 1 градус. Хотя, порой в бою, возможно, где-то как-то вы это все-таки прочувствуете. Скорость, я бы сказал, одинаковая, разницы вы не почувствуете однозначно. Одинаковая доходность. Что касается популярности машин, то, понятное дело, с учетом стоимости этих машин,
машина. Как правило, эти машины продаются за реальные деньги. Мне писали в комментариях, что когда-то продавали за голду, но я что-то как-то не помню этого, хотя играю 9 лет в эту игру. Так вот, ребят, в отношении популярности здесь, в принципе, все понятно, а в отношении процента по победам я не думаю, что разница действительно прям существенная. Я бы сказал, что и та, и другая машина играются одинаково и имеют одинаковый процент по победам. Просто здесь играло 4 игрока, и, скорее всего, немножко не повезло, и, возможно, меньшее количество боев было сыграно. Здесь играло 7 человек. Именно из-за этого, мне кажется, здесь и идет перекос по процентам в отношении побед. Поэтому, в принципе, можно сказать, что данные машины являются, ну, максимум похожи между собой, отличаются внешним видом, хотя в отношении играбельности, опять-таки, одни люди писали в комментариях, что больше нравится Hyphen, он более удобный, более комфортный, другие говорили, что Edelweiss это прям лучшее, что можно было придумать. Кстати, к Edelweiss мы еще вернемся, если вас интересуют обзоры не только на свежие машины, которые в продаже появляются в магазине, и не только свежие новости вас интересуют, а еще и обзоры тех машин, которые вы крайне редко можете встретить в боях, то, ребят, подписывайтесь на канал прямо сейчас и ставьте лайк данному видео. Я стараюсь специально для вас и пытаюсь быть максимально интересным. Ну что, поехали в бой, посмотрим, на что Hyphen способен. Ну что, друзья, поехали! И давайте сразу заценивать в первую очередь внешний вид, а потом уже ходовые качества и ТТХ по машине в целом. Внешне просто обалденно. Я реально сейчас катаюсь и получаю максимум удовольствия просто от самого факта того, что я езжу именно на вот таком вот прикольном, интересном малыше, который действительно привлекает к себе взгляд в бою, это уж точно. Напишите, кстати, ребят, в комментариях, мне действительно интересно собрать некую такую, знаете, небольшую статистику. Напишите ответы на несколько вопросов. Первый. Когда в последний раз вы встречали машины из Хроник Валькирии в боях? Ну и если не встречали, то так и пишите, я не видел эти машины вообще. Знали ли вы о том, что существуют такие машины в игре, и хотели ли бы вы себе их получить, и за какую сумму в голде или в реальных деньгах вы готовы были бы данные тачки поставить себе в ангар? Ну и самое главное, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам вообще та тематика, которую я периодически выкладываю у себя на канале, а именно зацен машин, которых практически не встретишь в реальных рандомных боях или встретишь их крайне-крайне редко. Спасибо вам большое заранее. Данная информация поможет мне быть зрителеориентированным и понимать, насколько я являюсь актуален своими видео, в частности, в отношении таких машин, как Hyphen, Edelweiss и подобные тачки. Ну, ребят, возвращаемся к нашему герою. Обалденная подвижность, обалденная маневренность, великолепная скорость движения. Все просто на высоте. Сейчас мог добрать второго соперника, просто не успел. Это сделали до меня мои союзники. Что касается орудия. Крайне приятная пушка, нормально сводится, довольно-таки быстро перезаряжается. Короче, все действительно на высоте, все действительно очень классно. Я вполне спокойно передвигаюсь по карте, я не думаю по поводу того, что я куда-то не успею. Вообще, честно говоря, у меня складывается ощущение такое, что я играю даже, наверное, ребят, не на среднем танке, а на хорошо, на удивление, забронированном легком. Он действительно передвигается именно как легкая машина, а не как тяжелый танк. Уж тем более, несмотря на то, что броня у него есть. Сейчас прям совсем заигрался, и именно из-за этого меня разобрали. Вполне спокойно сейчас мог выжить. Что касается живучести машины. На удивление, несмотря на то, как она выглядит внешне, она очень обманчива. И танк действительно гораздо более живучий, нежели ты от него этого ожидаешь. И, наверное, честно говоря, эта машина получше, чем многие другие тачки премиумные на 7 уровне из средних танков. Но это мое скромное мнение. Если вдруг у вас есть Edelweiss, Hyphen в частности, пишите свое мнение о данных машинах, мне будет интересно почитать. Что касается доходности, понятное дело, что эта машина не для фарма, это исключительно для удовольствия, для коллекционеров и не более того. При этом всем второе место в команде, вообще не надрываясь, не потея, практически ничего не делая, разговаривая с вами, мои дорогие зрители.
уделяя этому достаточное количество внимания и добрую часть мозговой деятельности, я занял второе место в команде и считаю, что это вполне себе приятный результат. Если бы я не отвлекался на то, чтобы описывать свои ощущения по данной машине, не рассказывать про нее, то я думаю, что я бы вполне спокойно занял бы и первое место. Спасибо большое за рекламу, мне она сейчас не интересна. Короче говоря, ребят, Hyphen, как и другие машины из Хроник Вальтирии, машина исключительно, как я уже сказал, для коллекционеров, для любителей чего-нибудь эндекого, и они себя в этом отношении безусловно оправдывают. На какой бы из этих машин вы ни заходили в бой, вы чувствуете себя уникальным. Ну, знаете, где-то как на, не знаю, там, каком-нибудь Porsche, какого-нибудь эндек 70-го года. Ну, вроде бы и машина на сегодняшний день не крутая, но она уникальная, и именно из-за этого на вас обращают внимание. Следующим у нас на очереди будет Edelweiss. Я обязательно сниму обзор на данную машину, и Edelweiss будет уже последней тачкой из Хроник Валькирии, на которой я сделаю обзоры. И у меня на канале сделан отдельный плейлист заведен под данные машины. Я ссылочки на видео по тачкам, которые мы уже заценили, оставлю в описании. Ну а вообще, ребят, подписывайтесь на канал, заходите на канал, заходите в плейлисты. Поверьте, там разберется даже ребенок. Ну а коллекция видео уже более 1250 насчитывает. Поверьте, вы найдете, что на канале у меня посмотреть. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.